Всем привет, друзья! Сегодня интересная новинка в магазине «Светофор» – индукционная плита. Простое пользование, кнопочное управление написано, 5 режимов, мощность 1600 Вт. Вот так она выглядит, компактный размер. Так, ну они запечатаны, в полиэтилене доставать не буду. Ценник 1426 рублей 20 копеек. Так, еще одна новинка в отделе посуды. Вот такие симпатичные стаканчики с разными расцветками. По 6 штук. Есть просто прозрачное стекло цветное. Красное, желтое. И ценник 269 рублей. Пока нормальная цена. 340 мл в стаканчике. Так, еще одна интересная новинка, набор силиконовых крышек. В комплекте идет 6 штук, тоже они разных цветов, может быть, кому-то это имеет значение, какой нравится цвет: синий, розовый, желтый. $129 90 копеек, разные размеры. Так, еще одна новиночка. Перчатки приятные на ощупь, все время такие беру. Ну, до этого брал в строительных магазинах или в крепеже, по-моему, такой же плотности, но тут ценник явно дешевле, 69,90. отлично. Новинок я сегодня в «Светофоре» больше не нашел. Но хотел остановиться около этого печенья, показать. В одном из прошлых обзоров я его показывал. Здесь отличный состав. Мне понравились на вкус. Могу посоветовать. Состав: мука пшеничного высшего сорта, маргарин, сахар, песок, молоко сгущенное, вареное, крахмал, яйца куриные, кокосовое сырье, стружка, натрий, углекислый. И все. Ну и ценник, в принципе, неплохой. Всем удачи, до встречи, пока.